Несделанные дела, опоздание, вечный поиск затерявшихся вещей. Быть неорганизованным значит жить в стрессе. Можно ли как-то перестроиться? Как организовать свой день так, чтобы успеть то, что нужно, и осталось время на то, что приятно? Простые и эффективные советы мы услышим сегодня за чашечкой чая. Девочки, а вы хотите быть организованными? И почему? Зачем вам это нужно? Я очень хочу быть организованной, потому что у меня сейчас такая острая как бы необходимость организовать саму себя. Потому что я работаю дома, то есть все зависит как бы от меня, как я все составлю, спланирую. То есть мне надо и работу свою, чтобы успевала делать, и домашние дела. Организованность ведет к успеху. То есть я поняла, столкнулась с тем, что саму себя организовать очень сложно, сложнее вообще всего. Потому что когда ты ходишь на работу по графику, ну, тебя организуют они. А когда ты сама дома по себе, ну, все. Тем не менее, даже если работаешь по графику и думаешь, ой, вот если бы я работала по-другому, у меня было бы время на это, на это, на это. Но как только время появляется, ты делаешь все, что угодно, но только не то, что необходимо. Я вот сейчас не работаю, например, и у меня есть свободное время, и я не могу его организовать. День пролетел, а дела не сделаны. А я вообще такой человек, что у меня... всегда очень насыщенная жизнь. То есть я вообще, мне иногда просто хочется поскучать. Обычно у меня столько всего интересного происходит, и вроде бы нужного, и необходимого. И я просто понимаю, что порой не хватает уже времени на сон, и нет сил, и какой-то стресс от того, что такая переполненность жизни. Хочется организовать. Да, именно это. Вот мне тоже не хватает времени. Думаешь, где взять время на спорт, где взять время на это, и какое-то время получается быть организованным, потом ты просто выдыхаешься, и все идет опять в тартарары. Я думаю, что психологи уже давно изучают этот предмет, и у них есть хорошие советы, и даже я хочу с вами поделиться. Так что, девочки, сегодня нам предстоит этому научиться. Очень интересно. Давайте посмотрим для начала, что же сегодня готовит Гера. Так как я раньше жила в большой семье из 10 человек, я всегда много готовила, я очень люблю готовить. Сегодня я хочу представить вам блюдо тефтели из чечевицы и риса. Вы легко можете приготовить это блюдо для большого количества человек. Для этого нам понадобится чечевица, мы ее замочили на ночь. Сейчас мы будем ее измельчать в блендере. Затем нам нужно сварить рис в течение 5 минут до полуготовности. Первая выгода от организованности заключается в открывающихся возможностях. Важно установить и сохранять контроль над важными для вас сферами жизни. Вы в невероятной степени способны упорядочить все происходящее в вашей жизни. Обладаете способностью говорить «да» и «нет» в ответ на обращенные к вам просьбы. Организованность может создать или усилить благотворный стресс, так как помогает достигать благословенных целей. Во-первых, если вы хотите управлять своей жизнью, начните свой день неспешно и рано. Вы же знаете, каково вскакивать по утрам, едва располагая временем, мотаться по дому перед уходом. Только подумайте, насколько проще стала бы жизнь, будь у вас утром лишних полчаса.
Не ограничивайтесь простым переводом стрелок будильника. На более раннее время это будет действовать недолго. Если вы утомлены, какой прок от будильника? Как же можно отключить будильник и все-таки просыпаться раньше? Выход тут один – ложиться спать раньше. Если вы по-прежнему спите, когда звонит будильник, перераспределите свое время так, чтобы ложиться спать еще раньше. Во-вторых, ограничьте количество решений, которые вам требуется принять. Постарайтесь максимально убрать из своей жизни информационное загрязнение, отдыхать от излишков информации – радио, телевидение, интернет. Простой совет, но следование ему может изменить всю жизнь. Третье – избегайте беспорядка и захламленности. Четвертое – регулируйте объем и интенсивность дел, в которых участвуете, в той степени, которая вам под силу, а под силу вам гораздо больше, чем вы думаете. Регулируйте скорость изменений, происходящих в вашей жизни, даже положительных. Шестое. Не перегружайте свое расписание. Не противьтесь мысли перенести на другое время некоторые дела. Это может спасти вашу жизнь. Седьмое. Распорядитесь своим временем разумно, чтобы добиться привлекательных, стоящих, приоритетных целей, чтобы добиться самого важного. Определите, в чем ваши цели. Звучит довольно просто, но именно этого многие люди просто не делают. Цель – это некий конкретный результат, который вы хотите достичь к определенному времени. Говорят, что мечты – это неоцифрованные цели. Подумайте, чего вам важнее всего – достичь в ближайшие несколько лет. Если бы вы знали, что вам остается жить всего один год, чего бы вы наверняка совершили? И что бы вы хотели сделать в первую очередь? Не бойтесь строить грандиозные планы. Чтобы добиться самого важного, выстроите цели в порядке предпочтительности. Расставьте приоритеты, сказав «да» наиважнейшей цели. Вы вправе сказать «нет» или уделить меньше времени менее значимым целям, чтобы благополучно достичь цели номер один. Вести размеренную жизнь не значит уделять одинаковое время и внимание достижению всех ваших целей. Составьте свое личное расписание. Бывает, что краткие отрезки времени даются нам словно подарок. Люди, настроенные на успех, используют эти подарки для движения к первостепенным целям. Но запомните, отдых — это тоже хорошее использование времени. Главное здесь — сохранять равновесие. Каждый день перед тем, как ложиться спать, записывайте 6 самых важных дел на завтра. А на следующий день начинайте с первого и далее по списку. И запомните, главное должно оставаться главным. Вот что самое важное. Я всегда заранее обдумываю, что мне приготовить. Это блюдо очень любят мои дети, поэтому я очень часто его готовлю и всегда уверена в том, что оно у меня получится. Вот. Сейчас мы нарезали зелень, мы и нарезали чеснок. Сейчас мы это все перемешаем и сформируем тефтели. После того, как мы сформируем тефтели, мы будем их тушить в томатном соусе. Легче всего это делать руками. Все. Теперь нам нужно сформировать тефтели. Для этого нам нужно смочить руки в воде, чтобы нам было это легко сделать. Получаются такие интересные тефтели.
Их можно замораживать и готовыми, и также как фарш. И потом достать и приготовить блюдо. Для меня чечевица – это источник здоровой кожи, поэтому я стараюсь как можно чаще ее использовать в своей кухне. Эти тефтели получаются очень вкусные в особенном соусе. Болгарский перец придает очень вкусный аромат. Тефтели получится гораздо сочнее. Сейчас мы начнем его делать. Для этого нам понадобится перец болгарский. Но я заметила за собой, даже если я ложусь вовремя спать, я все равно чувствую себя роботом, потому что, приходя с работы, хочется таких приятных минут и моментов посидеть, пообщаться с родными, с близкими или еще что-то. И получается, что дела, они опять же стоят. Иногда ты идешь с работы домой, планируешь, вот сейчас ты придешь, ты начнешь варить суп, после этого ты сделаешь еще что-то. А где приятности, где радости? Вот когда очень все так распланировано, иногда чувствуешь себя роботом. Так надо запланировать радость. Вот я тоже так понимаю, да, что время для себя, оно тоже должно быть просто запланировано. Но вот ты говорила, надо важное найти время для важного. Возникает два вопроса. Во-первых, что такое важное, как его на самом деле определить? А во-вторых, вот понимаешь, ну, конечно, например, мне важно там отдохнуть и выспаться. Но я понимаю, что моя семья, она не может, например, без еды следующий день быть. Поэтому мне есть важное, а есть то, что приходится, жизненно необходимое. Нет, ну вот ты просто спрашиваешь про важный на завтрашний день. А я услышала у Оли нет, такое, я вообще что... важное по жизни даже имею что в виду. Вот надо, да. Я так поняла, что нужно такую глобальную цель на будущее. Не на завтра, не на послезавтра, а вот такую глобальную. Так у меня, может быть, это несколько глобальных таких, потому что я мама, жена, и там какой-то карьерный там рост, ну, в профессиональном плане там хочется чего-то добиться, да, в духовном плане. Так какую из них цели-то мне идти, чтобы ее главное ставить? И порой они начинают эти цели друг другу мешать. Пересекаются и понимаешь, что надо что-то выбрать. Совершенно верно. Если целей много, то они будут мешать друг другу, и в результате многие будут недостигнуты. Если вы действительно хотите достигать целей, то вы их должны проранжировать. 5 минут времени. Берете блокнот, ручку, записываете свои цели, ставите эту цель первая, это вторая, это третья. То есть что важнее, быть хорошей женой, мамой или карьера, да? Ну, например. Трудный вопрос. Трудный вопрос. Этот вопрос очень трудный. Но если вы это сделаете, и если вы выберете первую цель, вы ее, скорее всего, достигнете. И секрет открою. Когда вы все силы бросаете на то, чтобы достичь главной цели, некоторые второстепенные решаются сами собой. Но вы всегда будете достигать чего-то. А когда у вас много целей, вы не достигнете ничего. Но если, например, моя цель, это что я хочу в своей там работе достичь определенных результатов. Определенного профессионализма, ну, да? Да, то есть, ну, каких-то там, да? И я иду к этому, и я это прорабатываю изо дня в день. И то есть я, получается, например, семья у меня уже на втором плане. Ну, как бы, да, логически. Вот, но... А муж мой и ребенок не согласны быть на втором плане. Они хотят, чтобы я работала на второй план. И как быть? То есть я понимаю, когда у меня был такой момент, что я начала как бы углубляться в работу, я знала, что мне нужно делать для того, чтобы ну, чего-то там достичь. Я над этим работала. Соответственно, у меня какие-то домашние дела и все остальное было запущено. И они мне говорили, да ты что? Это как-то так? Бросай все, мы важнее. Как научить родных помогать тебе, например, в твоей организации дел, чтобы они тоже поддержку какую-то тебе давали, и ты шла к своим первоначальным целям, допустим. Но я уже просто сама думаю, сижу и думаю, а может быть, реально я что-то не понимаю в этой жизни? И что самое главное, они,
а не работа там моя. Но в этой работе я реализуюсь, то есть какие-то свои творческие, ну, какой-то перестаешь быть роботом, в общем, да. Домашним. Ну, то есть это то, что приносит мне удовлетворение. Если я вижу, что я была, например, 3 года назад, когда это начала вот на таком уровне, а сейчас я на таком уровне, то есть мне от этого хорошо, я знаю, ну, что... То есть... Ну, ведь им же тоже, наверное, приятнее рядом видеть с собой удовлетворенную маму и жену, чем такую вот, которая уже просто робот. Ну, ты знаешь, мне кажется, что они как-то этого не видят, и, по крайней мере, муж мой говорит, 3 года занимаешься какой-то ерундой, лучше бы ты делала домашние дела, и все. Я сижу и думаю, ну, может быть, на самом деле... это мне... Баланс должен быть, наверное, разумный, чтобы были, как говорится, и... овцы целые, ну и волки вот сыты, нужно баланса. Достичь баланса. Вот и представляешь, у когда у меня нет баланса, у меня в голове его тоже нету, и у меня раздрай, и меня вот раздирает на части. Ты знаешь, конечно, здесь важно прийти к какому-то согласию внутри своей семьи, как-то, может быть, путем многочисленных переговоров, а я вот вспоминаю, у меня еще такие моменты. То есть у меня есть моменты, когда я вообще погружена очень сильно в работу, и, ну, как бы мне вообще... Все остальное реально отступает на второй план, пусть даже дети на каникулах, все. Зато потом, например, я им компенсирую безраздельным временем, которое я буду с ними. Вот. Да, действительно, вы же сами составляете приоритеты, и никто не мешает вам эти приоритеты поменять. Если сегодня вы чувствуете, что для вас важна карьера, то вы сегодня занимаетесь этим. Но завтра вы можете эти цели немножко поменять. Я не могу так. Если я сейчас буду заниматься семьей, и там уже другие люди будут. Ну, ты переключись, например, с понедельника по четверг. Каждый для себя индивидуально решает, что для него важно и главное. И если вы не можете определиться, чего вы хотите, посмотрите, о чем вы мечтаете. Ведь мечты — это не оцифрованные цели. А я, вот знаете, никак не могу организовать свое время, хотя имею свободное время достаточно, потому что я не работаю. Но сейчас информации столько много вот в компьютере, в интернете, что я, бывает, даже рано лягу, будильник звенит, я беру будильник, отключаю, оп, так, кто там что-то новенькое выложил, что там где-то посмотреть. И пока дети спят, я думаю, сейчас я 5 минут, пока они спят, и я понимаю, что уже прошел час, что нам надо быстро вставать, бежать в садик. Я сама на стрессе уже, детей поднимаю, там они тоже уже торопятся, не успевают. И знаете, я вот тоже заметила, что я не совсем умею управлять этим, ну, вот своим это, свободным временем. Это то, что Оля говорила, что надо вот эту информацию ограничить, которая поступает в нашу жизнь. Вот как? Очень да. Да, эта информация, да, она может, вы едете на работу, у вас там радио или где-то в перерывах. Все эта информация отнимает время. Но я хотела на другое обратить внимание. Вы можете с вечера составить список 6 дел на завтра. Можно даже 5 дел написать, так. А 6-е в нашей жизни иногда врывается что-то неожиданное. И на следующий день постарайтесь начать с 1-го, закончить, вычеркнуть 2-е и так далее. Отложить телефон сначала, да. И начать с дел. То есть если у тебя не было там проверить информацию в телефоне, значит, его не первым пунктом, значит, ты его не проверяешь. Да, и старайтесь не писать больше и не планировать больше этих дел. Но если вы с вечера их запланируете и на следующий день выполните, вы себе представить не можете, насколько вы успешным станете человеком. Оль, ну вот знаешь, дела ведь бывают разные. Бывает, например, звонок какой-то. Да, вот мне нужно позвонить и забыть. А бывает дело, вот работа. Это целый день. Это же тоже дело, правильно? И ты все равно большую говоришь... часть времени отнимает. Да. И все равно 5-6. Дела по работе у вас разные все равно будут. То есть дела по работе — это еще новый список, там каких-то 6 дел. Ну, у меня обычно получается. Да? Ты знаешь, но если начать так расписывать, я в цифру 5-6 пробовала, я не могу. Вот я при всей вот такой своей скрупулезности, у меня 10. Не могу в 5-6. Еще нужно суметь приступить к этому, потому что вроде разумом все понимаешь, и иногда даже спланируешь. Но еще нужно заставить себя приступить к этим делам. Вы, наверное, не заметили, но там был пункт. Не бойтесь что-то переносить на завтра. Если даже что-то у вас из ваших 10 дел там не получается, ну не бойтесь перенести на завтра.
Я теперь делаю так, что если я сегодня готовлю, то в магазин я точно не хожу. Главное не перенести. Да, главное не бояться. Важное, вот, потому вот, что не перенести важное. Я переношу то, что я завтра сготовлю или уберусь. А завтра я опять переношу, что я уберусь. Да-да-да. Вот. И потом... Часто. Потом кушаешь, что попало, да, на работе. Сидишь. Жалеешь об этом, что ты вчера себя не заставил. Но поэтому нужно работать по списку. Сначала первое, потом второе, потом третье. То есть не разрешать себе перепрыгивать. Я работала, и мне казалось, что вот бывало такое на работе, что сидишь и ничего не делаешь. Вот за компьютером просто засыпаешь. И я думаю... Что я здесь делаю? У меня дома столько дел. Вот если бы я сейчас была дома, да я бы сделала то. И вот я так сидела и думаю, так, чего-то нет. Так я успевала с утра отвезти ребенка в садик, доехать до работы, там все дела переделать, еще вот так вот посидеть, вот типа поспать, не поспать, потом что-то поделать, приехать, забрать ребенка, прийти домой, ее накормить. Потом у меня еще была как бы подработка. И после того, как я, ну, как бы свою подработку в основную работу перевела и стала дома заниматься, и ушла с основной, ну, стой. И я поняла, что я вообще ничего не успеваю. Я уже не успеваю сделать вот это, что я могла после работы. И дела домашние мне не делать, ничего. И, вот, и я просто увидела себя странной, как я просыпаюсь утром, включаю этот ящик, втыкиваюсь туда, и все. Я потерялась во времени, я что-то сижу и думаю, а что я около него сижу вообще? Я поняла, что мне нельзя просто туда втыкаться. Да, надо да себя держать. Слушай, заведи обычный будильник в часах. Иди. Чтобы даже телефона с тобой рядом не было. У меня, вы знаете, девочки, еще по поводу того, чтобы пораньше лечь спать. Но ведь реально бывает, вот только когда уже детей уложишь спать, на самом деле находишь время для себя и находишь время для того, чтобы, например, да просто вот кухню в порядок привести, ведь не начинаешь в следующий день с мытья посуды. Времени никогда не будет, время надо брать. И если у вас нет времени на себя, то в этом списке все-таки должно быть выделено время для себя. Поменьше поспать, но зато будет время для себя. Ну, на часик, например. Можно... Каждый выбирает, каждый выбирает. А можно ли час дел Пожалуйста. Переносить ну, на других, там, например, на мужа, чтобы он, может быть, помог дети, помогли с посудой немножко? Максимально выжимая из них. Это ключ к освобождению времени. Это мечта. Да это не мечта, это реальность. Нет, Кать, ты понимаешь, что побольше поспать, это может быть как раз то, что ты сделаешь для себя. Ну, да. Ну, может быть, ты сегодня побольше поспишь, завтра поменьше, но ты там где-нибудь почитаешь что-то. Да, или еще что-то. Хотя бы через но день. Я вот еще слышала, да, Оля говорила, что нужно рано вставать, да? Ну, то есть, чтобы не бегать там быстрее, а, что, схватилось. Побыстрее вылететь на работу, да? Так у меня, я заметила, такая ситуация, что я могу встать раньше, но я слоняюсь по дому, что-то делаю, непонятно чего. Так надо с вечера список написать, утром его в руки взять. Я знаю, что у меня еще есть там не 15 минут, а час. Я все равно точно так же выхожу и точно так же потом в последний момент собираюсь. Это вот что такое? Расслабься, ты прекрасна, ты сангвиник. Сангвиники, как правило, они никогда вовремя никуда не приходят. Мы их любим такими, какие они есть. И тебя любим. Просто хочется размеренности в своей жизни. Действительно, да, хочется жить размеренно. Я думаю, ну, зачем тогда не я гонка встала-то раньше-то, если я все равно так же. Да пусть я посплю побольше, вскочу и точно так же соберусь. Но если все-таки вы будете планировать 6 дел, и если вы их будете выполнять, вы будете чувствовать себя более успешной, более организованной, и вам захочется больше и больше. И я сказала уже, что каждому из вас можно успевать гораздо больше, чем вы думаете. Спасибо. Спасибо, Оля. Спасибо, девочки. Давайте на этой позитивной ноте и закончим, потому что у Геры уже все готово.
Наши тефтели готовились 30-40 минут. Нужно, чтобы соус покрывал тефтели. Все, теперь мы их выключаем. Это блюдо самостоятельное, поэтому мы его будем подавать с овощами, с огурчиками и помидорами. Все, тефтели готовы. Прошу, угощайтесь. Чтобы готовить было легко и приятно, нужно быть организованной. Я начну с малого. Сегодня вечером запишу 6 дел на завтра. Как бы вам ни было трудно, сосредоточьтесь на самой главной цели вашей жизни. И тогда другие цели тоже будут достигнуты. Ну что? Осталось выявить свою самую важную цель. Сегодня же куплю себе ежедневник, буду переходить к практике и достигать своих важных целей. Простые решения помогают нам наполнить жизнь спокойным, размеренным ритмом и не переживать по пустякам. Пусть Бог поможет нам мудро распоряжаться временем.